А зараз пропоную поговорити на чоловічу тему. Отож, жінки, у вас є можливість трошки відпочити, хоча зимове водіння і взагалі автомобільна тема, вона актуальна як для чоловіків, так і для жінок. Тому вмощуйтесь зручніше і будемо спілкуватися з нашим ранковим гостем. Сьогодні до студії «Нового дня» завітав автоблогер «Немастер» Олексій Прокопець. Вітаю вас. Здравствуйте. «Немастер», хотелось бы узнать для начала, это ваш ник в ваших видеоблогах? Да, это ник и стиль жизни. Я как бы, ну, не блещу тем, что я умею все делать своими руками, но как бы стараюсь, я хочу передать это, ну, своим, кто меня смотрит, подписчикам, чтобы они тоже знали и учились на моих ошибках. Сейчас очень много людей, которые занимаются тем, что раздают советы в блогах. Для девушек это бьюти-блогеры, для мужчин – автоблогеры. Лично для меня общение с автоблогером – это в новинку. Хотелось бы узнать от вас, как возникла идея создать автоблог. Хотелось просто поделиться с людьми своими начинаниями. Я взял машину, которая есть, что в ней доделать. Это очень важно, и хочу весь путь пройти от самого старта до самого конца, ну, со всеми вами. Хотелось бы также узнать от вас, насколько сложно проходят съемки ваших автоблогов и откуда вы берете идеи из следующих видео? Съемки проходят несложно, сложнее добиться какого-то результата в определенный срок. Очень важно выпускать видео, ну, еженедельно, чтобы человек знал, что ты что-то делаешь, стараешься для него. Но иногда сроки затягиваются и получается, ну, не так, как я хотел. Специфика вашего автоблога в том, что вы помогаете с нуля, с обычной машины, сделать действительно железного коня, который качественный и люксовый. Да, и очень важно, чтобы это было за минимум средств. Сейчас я сразу же сказал, что мы, ну, как обычные пацаны, у нас нет большого количества денег. И мы хотим минимальными вложениями сделать булочку. Насколько это реально, хотелось бы узнать? Будем жить, увидим. Все в наших руках. Автоблогер насколько сейчас популярен в Николаеве? Алексей Прокопец, «Немастер»? Ну, я не встречал еще ни одного. Хочу быть так, чтобы я был одним из первых. Сегодня хотим воспользоваться возможностью с тем, что у нас в студии настоящий автоблогер, человек, который раздает советы в интернете, в ютубе. Сейчас довольно большая проблема перед водителями стала в том, что зима и зимнее вождение. От вас хотелось бы несколько советов по поводу того, что нужно делать для того, чтобы вождение не было экстремальным зимой, и что делать категорически нельзя, какие есть запреты. Самое первое – это добейтесь того, чтобы у вас была зимняя резина. Неважно какой фирмы, главное, чтобы она была предназначена для зимы. Второй совет – это обязательно имейте исправный аккумулятор. Это очень важно, и чтобы у вас работали все фонари, стопори и свет. Это очень важно, потому что это безопасность ваша и тех, кто едет за вами. Все остальное зависит только от вашего умения. Ну, ездите, наслаждайтесь. Зима – это не страшно, просто держите себя в руках и имейте голову. А вот в каких-то экстремальных ситуациях, когда во время снега, если или сильный снег метет, или машину заносит, возможно, есть какие-то лайфхаки, как спасти жизнь свою и пассажира, и спасти также машину от какого-то столкновения? Да, есть такой совет. Если вас занесло, пацаны, вы сделали дрифт. Просто повышайте свое умение, учитесь на закрытых площадках, на автодромах, заходить в правильный контролируемый занос, и тогда у вас не возникнет никаких проблем на дороге. То есть необходима определенная практика. Да, просто практика. Так начинающий водитель-новичок не сможет справиться с таким управлением. Это будет экстренная ситуация. А так это будет обыденно, это то, с чего мы привыкли выходить. Также какие еще есть необходимые элементы для зимнего вождения? Вот вы сказали за зимнюю резину. Что еще необходимо для того, чтобы вождение было комфортным? Обязательно исправность печки. Потому что если у вас запотело лобовое стекло, вы сразу наражаете себя на опасность и создаете очень большую угрозу на дороге. Поэтому все в машине должно быть исправно, в идеальном состоянии, лучше будет. Хотелось бы от вас узнать, вы говорите, позиционируете себя в том, что вы не мастер, но вы говорите, как действительно профессионал своего дела, вы можете дать совет. Откуда вы этому всему научились? У меня очень большой путь, я уже 8 лет владею автомобилем, сразу это был «Жигули», «ВАЗ», «ТАЗ», как вы привыкли все это называть. Но потом я понял, что нужен мне антитаз. И я купил себе BMW пятерку, которую вы все видите, все ее узнают. Это красная BMW. Сейчас мы видим даже кадры. Да, вот, вот мы. Вот это качках. Называется контролируемый занос. Это элементы дрифта. Ну, в общем, это очень спасает на дороге, хочу сказать.
Хотелось бы также узнать, вы учились на собственных ошибках или все-таки к какой-то литературе, к каким-то видео тоже прибегали? Видео смотрю регулярно, очень много трачу на это времени, делаю какие-то анализы, для себя выводы, чтобы сделать свой контент очень полезным для вас и, ну, для всех, чтобы он полезен был и интересен. Я думаю, что с сегодняшнего эфира мы с вами открываем цикл того, что будем учиться делать из бюджетной машины люксовую версию. Да, с минимумом вложений. Не люксовую, но просто, чтобы она реально привлекала внимание. Мы добьемся того, что мы будем проезжать на улице и будем собирать 1000 взглядов. Ну что ж, спасибо вам большое. Я думаю, что в следующей нашей встрече мы обязательно об этом поговорим. Нагадую нашим телеглядачам, що за студії Нового дня завітав Олексій Прокопець, автоблогер, з його нікнеймом «Не мастер».